Я люблю одежду. Ой, божечки, у меня этих платьев с этикетками висят. Я раньше не понимала, думала, что я, наверное, больная какая-то, что мне важно купить. Вот сейчас я там была во Франции, в Каннах, и купила три или четыре платья. Пять платьев. Я, честно сказать, выставлю в интернет, вот после этого видео, выставлю на Фейсбуке, у меня лучше получится, ссылочку на этот магазин, Антонелла, Франция. И я поняла стиль Коко Шанель. И я просмотрела в очередной раз, 105-й раз биографию Коко Шанель, потому что это невероятная женщина, она совершила революцию в одежде, то есть сняла вот эти вот тяжелые, да, и дала свободу тела. И вот во Франции я это прочувствовала, и ее слова. Женщина, которая одета безвкусно, запоминается одежда. А та женщина, которая одета со вкусом, запоминается и навсегда. И вот я во Франции, вот, хотя в Италии здесь мода, да, но здесь мода немножко другая, она такая яркая, такая вот заметная, бижутерия.